За регулируемым перекрестком выбираем место для остановки. Сверху знаки направление движения. Направление. Не надо раньше времени. Ты же едешь под своей стрелочкой. А, да? Сейчас я еду, да. Видишь? Все, сейчас уже. Левее чуть-чуть. Разметки не видно, нет. Задачи. Помнишь нашу, что нужно? Что нужно остановиться за перекрестком. Поехали. А там остановка запрещена, да? Да, там остановка запрещена. Я не видела. Ну вот, поехали. Вот такие ошибки. Это вообще, конечно, косяк. Я же помнила раньше, что здесь надо. Останавливаться можно только за этим перекрестком. Меня уйди, раз видишь, ты едешь по сплошным. Чуть-чуть на меня ушла в сторону.